Я бы 2 часика поиграл у Реймана. Так, звук есть, ой, изображение есть. Ну что ж, всем привет, с вами StoneCrush, и мы начинаем Rayman Origins, или Rayman Начало, так, по-моему, переводится, или изначально. Давно хотел в Raymana Origins пройти, я проходил только Rayman Legends. Ну именно вот новый Rayman, и Rayman старый я играл тоже 95-го, у меня даже запись есть на канале, и это был ад. Ну что ж, играть, новая игра, погнали. Скидка-то хоть есть? Или нету? Блин, я забыл субтитры посмотреть, включу или нет. Тут говорить-то будет интересно, или они тут не говорят? Игра 2012 года, заставки какие-то квадратные. Если что, это лицензионная версия. С Uplay взятая. Да, Человек-паук, это Rayman. Ставки довольно квадратные какие-то. Они так картинку-то не подтянули. Ставки даже не блюрей формата. А кстати, в Legends такие ставки были такие. Она в 2012 вышла. А может в 2011, но там написано 2012. Интересно, в Legends все онлайновая работает фигня? А по-моему нету никаких озвучек, ничего. Клетку посадили. Ага, из клетки надо выбраться, да? О, нормально. Нормально мы играем на этом. Эй, герой, чему радуешься? Кажется, старый мать снова пускает пузыри, совсем свихнулся. На этот раз понадобится много электронов, чтобы привести его в порядок. Так, влево или вправо? Куда нам надо-то? А это куда? Все ярко, непривычно даже. Наконец-то Наконец-то луговина зашевелит. Похоже, ты пробудил покойников лишь тем, кто храпел на работе. Ясно. Так, а что с ним делать-то? А, вот туда нельзя, да? Ну ладно. Пойду дальше. Ну, по сравнению со старым Rayman, конечно, это совсем другая игра. Я только Legends проходил. Назад на луговину снов. Почему назад? Рапун дерева. Так. Это непривычно все сделано. В Legends не так было. Ладно. Тарабарские джунгли. Там джунгли. Ну, погнали. Так, у него есть кулаки-то эти.
А, у него нет ничего, да? Он только прыгает, что ли? Пока что. Надеюсь. Не, ну Rayman Origins это как бы... Выпустите меня! Куда? О, понятно. Это очень качественный платформер, как я знаю. Так, а достай собрать. Я Legends проходил, был в восторге. Так, монетка. А, со мной бегает. А, вот, собралась. Там не тормозит игра. Человек-паук, раз ты на стриме, сообщи мне, как игра идет. Сегодня поиграем 2 часа, наверное. Я не знаю, что запустить, но потом вспомнил, что у меня есть Rayman. И это, решил его запустить. А, довольно веселая. Браво! Гана развратная. Сила для атаки! Так, теперь атаковать можно, да? Ну да. А, эти штуки ломаются, да? А их все ломать надо или не надо? А, можно в прыжке, так даже быстрее будет. Он с ноги бьет. Это хорошо. А, довольно веселая игра. Тут ничего не скажешь. Ой, блин. Уходите нафиг. Интересно, тут как в Ледженсе, где умер, там и начинаешь, или тут чекпоинты есть. Звук негромкой игры. Блин. Видимо, надо все самому проверять. Проверить я не могу, если честно. Я когда сворачиваю игру, она у меня это, звук. Так, монетка. Монетку отдай. Ай, зараза. А, блин, сдох. Из чекпоинтов, кстати. Не как в Legends. Ну и ладно. Да, уж она круто и вообще играется, эта игра. Управление по сравнению с первым Рейманом, это вообще небо и земля. Ну и Летус так же круто игрался. Так, ну, так, подождите-ка, я посмотрю. Как она идет? Кадры не теряются? Люди не теряются. Захват тоже интересно. Теряется, нет? Нет, не теряется. Ай, блин. Тут двойного прыжка вроде нет, да? Не, нету. На них прыгать. Она, если честно, чем крашу напоминает даже. Но это хорошо. И платформер довольно яркий. Довольно интересно сделан. Так, монетку дай. Надо глаз выбить, я знаю.
Legends тоже надо было это делать. Так. А тут чё? Вот так? Ага, вот так. Дайте мне туда забраться. Так, плавать. Плавать нам не надо. А, вот теперь подниматься. Так. Кого-то освободили. Ага, второй. 150. Третий, да? Понятно. Тут надо что-то собирать еще. Золото. Опять-то музыка. Как в Летвинце была. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, назад на луговину снов. Игра автоматически сохраняется, как сказали. Так, там джунгли. Выброс гейзера. Система, кстати, как в Donkey Kong Country, вот эти вот уровни, выбор уровней, это что такое? Эти ленивые животные существа люмы, наполненные энергией. Понял. Ну, люма от слова свет. Огонь. Та-та-та-та-та. Так, что-то музыка куда-то он сделась. Вернется, надеюсь. Та-та-тан. А, короче, 150 люмов, видимо, собрать, да? Получить. Блин. А как собрать ты? А, во. Что-то происходит. Ага, в воде там что-то. Та-тан-тран-тан-та-та-ра-та-та-ра-тан. Во. Так, о, хрен. Прям реально Donkey Kong походит. Ну это я помню, да, полностью тут есть. А, тут вон сколько их, ё-моё. А, тут не такие долгие уровни. Ой-ой-ой. По-моему, надо вниз спуститься. Ой-ой-ой-ой-ой. А! Туру-туру-туру. А, блин. А, там сердечко, я его не взял. Мог его не взять. Блин, у меня еще вертолета нет. Где он ушами? Вертолетом. Вертолет ушастый. Монета. Думали,
Ну, секрет, секрет такие, я знаю, как находить. Опыт предыдущей части, ну не предыдущей части, а после этой части. Опыт следующей части, могу сказать. Жаль, что Реймана закрыли. На самом деле жаль. Ай, блин, а может туда наверх-то? А вот здесь можно. Ага, монета. Опять help me, да? Кому-то помочь надо. Так, тут секрет, конечно. Так, а если я вот так сделаю? Ага, понял. Неплохо. Можно, можно так убить, можно так, да? А чё я не... Алло, открыл. Ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту. Так, тут нет секретов, никаких больше. Как нету. Угу. Та-та-та-ра-тан-та-тан-тан. Та-т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 а
Понял вас. Так, опустила эта штука. Надеюсь, секрет никто не пропустил. Ну, если что-то пропустил, я потом перепройду. А это что такое? А, понял, понял тебе. Тара-та-та-та-ра-тан. Так, три. А, все, уровень пройден, да? 330. Так, 4. Блин, 330 это не золотая медаль, ё-моё. Блин, до золота не добрался. Где-то одно пропустил. Гляди-ка, на храпун дереве освобожден новый персонаж. Так, а погодите-ка. А, то есть 5 это все, да? Или нет? Или 5 не все? И у меня среднего нет. Ну как, храпун дерева, чё? А, за 15 этих, да? Угу, ясно. Так, персонажа я потом посмотрю. А, вот он, новый персонаж-то. Вот еще один персонаж. Не, ну я, конечно, с Реймана буду играть.
Менять персонажей я не собираюсь. Тут вот еще на этом крапун дереве. А в Legends там не дерево было, там другое было совсем. Давайте выбор с гейзера. Попробуем добить до 100%. Заново будем проходить его. Что-то я упустил. А ты еще на время есть? Не, ну на время я не собираюсь пока. А можно и попробовать на время, да? Мне кажется, там где-нибудь, где вот этот зубастый, может быть что угодно. Нет? А, надо 1.30, чтобы люма получить. Ой, не люма, а эту штуку получить. Вон оно что. За 1.30 это, блин, по-моему, довольно-таки. Легко будет. У нас бег-то есть хоть? Как я вам пройду так быстро-то? А, у нас же есть бег, да. Я вспомнил. О, ну давайте на беге по-быстрому. Так, ну давайте попробуем перебежать. Ру-ру. Да блин. Ай! Да блин, зараза, а. Ну сейчас быстрее реально. Медаль золотая обязательно интересна? Мне кажется, нет. То есть я думаю, я одного пропустил, а оказывается он на время. Папам, парапопам. Папапам, парапопам. Ай. Зараза такая. Есть 1.04. А можно кубок, да, взять? Блин, кубок. Давайте кубок попробуем взять. А ладно, блин. Назад зачем-то нажал. Здесь 25 открывается. Ё-мо, 25-то это долго. У меня 25 нет пока. Но это не обязательно на уровне, как 25.
А секретный какой-нибудь. Ну, секретный. И когда на время не считают эту. Блин. Так. Да блин, иди нафиг от меня. Блин, по-моему опять запарю. Блин. Конечно. Эх. 1.03. Так, повтор это кружок. Не знаю, сколько у меня времени уйдет на игру, но на Rayman Origins у меня ушло почти 20 часов. Ой, на Rayman Legends, сколько Origins, блин. Origins я не проходил. На Legends у меня уходило. Одну секунду выиграл. Ну тут никак не выиграть. Вот серьезно. Блин. О, нормально, 3 секунды выиграл. На самом деле, эти 3 секунды сейчас пролетят. Может, это... Есть. Ра-та-та-тан. А вот сейчас показывает, да? Нормально звук. Нормально звук, нормально стрим. Все. Что, следующий уровень давайте. Правда, золото я не взял. Золотую медаль мне как-то взять придется. Давайте золотую медаль возьмем. Это мне надо что, 350 собрать, да? Я, наверное, по-быстрому просто пробегу. Я понимаю, что я один и тот же уровень играю, но блин. Мне нужно, так сказать,
Собрай все. Так, тут нет ничего. Осматриваем эти места. Мало ли чего. Прячут они, конечно, по-моему, где угодно. Нереально здесь прячутся, да? Уйди от меня, клешня. А, блин. Да, снег падает. Это я собирал. Таранта-таранта. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, блин, ты издеваешься? Задолбался с ней шипами. Да, блин, да. Блин, по-моему, улетело, да? Не знаю, сложно на 100%, по-моему, будет. Они улетают. Блин, я хотел проверить. Это как? Понял. А монета... Или монета уже собраны засчитается. Фиг его знает. Или я ее просто прошляпил? Может, я ее прошляпил даже. Довольно.
Давайте вот так валить. Мне кажется, да, не дать, надо не давать ему лететь. Тара-та-та-та-та-та-та. Тут уже конец, надо сказать. А, блин, вон они. Улетели, блин. И вон еще улетели, ё-моё. Летают, блин, еще. Зараза. Так, 324. У меня 350, по-моему, да? А, ну это уже... Нет, не получится. Мне кажется, я пропустил. Опять я пропустил, короче. Где-то. Может, монету ту не собрал просто. Блин. 337 это мало. На 350. Давайте повтор. Мне кажется, я знаю, в чем мой косяк. Мне кажется, эти мелкие, ну... Но лучше не давать ему летать. Да блин! Этот враг, конечно, довольно-таки неприятный. Ай. Так, да, вот. Тара-та-тара-та-та. Да блин. А, улетела. Ну ладно, она одна улетела. Надеюсь, там не полностью все надо собирать. Может, когда красный собирает удвоение идет, кто его знает. Сколько за монету? Монет 25 получается.
Блин, я одним бонус пропустил. Серьезно. Блин. Это плохо. Не может не хватить. Ты же ему-то там... Видите, 333. 338. Блин, баба. Вот если бы один бонус не пропустил. Мог бы выиграть. Обратно можно как-то. Не знаю, ну все уже, да? Блин, давайте заново. Реально надо все, блин, собирать. Не пропускать ничего. Ну я цикл золото, золотую эту. Интересно, за красный дают вдвойне или как? Сейчас проверим. Нет, по-моему, нет. По-моему, не вдвойне. Так. Блин. Я, по-моему, вдвойне даю. Здесь. Вот это я пропустил. Мне поэтому и не хватило. Да, блин, второй уровень только, блин, играю. Дальше пока не иду. На 100% уже покажу, что вы хотите. Ура. Ну, что-то на Марио походит, да? Тын-тын-тын. Пам-пам-пам.
Эти 45. Там враг уже. Давайте врага убьем. Блин. Них тоже два дают. Так, ну сейчас давно хватит. Да, сейчас хватит. Не понял. Как не хватит? Да вы издеваетесь. Какого фига? Эй, я вздыхаю нафиг. Я эту штуку сломал. Из нее выпадает сердечко почему-то. Я раньше не упадало сердечко. Чё за фигня? Чё за, блин, за обман? Ага, понятно. Блин, сердечко выпадает. Ну вы реально издеваетесь. Не хватает мне уже. А если так? Не. Нифига. Ну блин, это капец, а. Ну как не хватило-то, алло? Вот так вот их даже, по-моему, валить попроще будет. Ладно. Блин. Так, ну одна уже улетела. Ничего страшного. А, блин, я еще вот эти три не собрал. Тогда забыл. Нет, почему не хватило? А если я вот так буду? Успел. Да, в один тот же уровень, блин, под МПС как раз играю. Ну чего поделать? Я понимаю, что... Потому что уже надо есть. Блин, еще одну пропустил. Ну ладно. Не так страшно. Пять.
Там. Ай, черт. Бонусы слиться так тупо. Да блин, позор. На. Не два раза надо бить, блин. Четыре. Сколько еще монеток? Две монетки, по-моему, там еще. Так, еще вон. Одну засчитывают. Если с кулака. С кулака бить нельзя, короче. Ого, я уже набрал сколько. Понятно. Вот сейчас-то точно хватит. Да, блин. Наконец-то я золото получу. Здесь время есть? Нет, здесь нет времени. Так, сюда нельзя, у нас нету. Я знаю дурацкий секрет, при помощи которого можно заполучить секретные сокровища. Неси еще 16, хочешь войти сюда, хорошо. Злобное плоскогорье. Наконец-то мы переходим к третьему уровню. Реально надо успевать. Если время идет. Превосходная валюта луговины. Люма — превосходная валюта луговины, понял? Блин. Ага, понял. Ту-ру-ту-ру-ту. Ага. Ну, пока враги. Не так много врагов. Два вида, по-моему, да, всего. В принципе, геймплей довольно веселый. Леджинса тоже. Хорошо, стоит есть быстрый бег, реально. Быстрее игра пойдет. Блин. А, тут секрет. Находясь в воздухе, нацелитесь на землю и нажмите для сокрушительного удара.
Интересно, а Beyond Good and Evil на русском языке? Я бы его тоже прошел бы. Но его я не знаю, так что... Поэтому я его не стану пока сейчас проходить. Хотя нет, скоро уже буду проходить. Можно, можно и проходить уже. Я до 12 числа этого хотел. Толстой больше всего хотел пройти. Так. Ну-ка. Так, секрет. Ну да. Блин, ты специально мешаешь, да? Да, конечно. Блин, упустил одно. Да ё-моё, проиграл в этом бонусе. Сейчас мы победим. Понятно. Так, тут тоже их 5, да? Ой, не 5, а 6. Надо собирать, ну штук 100, наверное. Я не помню, сколько их надо было в Legends собрать, по-моему, штук 200. А может, не 200. А, утащил. Конечно, монетка. Блин, я не собрал монету, серьезно. Отдыхаем. Монета. Так, а тут мечки секретов нет. Ёпки, кто-то кричит. Странно. А где хелп мне-то кричат? Ё-моё. Дальше. Блин. Так, тут срочно надо искать место какое-то. А нет, тут ничего. Так, секрет. Ну как секрет? Бонус. Нормально. Блин. Так,
Карата. Блин. Блин. Не завалю. Ладно. Не, уже поздно. Да. Так, два. Еще два залюмов. Еще где-то. А, и один за время. Куды? Блин. Эх. Ну ладно. Блин, надеюсь. Да блин, монету там надо собрать. А я уже не соберу, наверное, ее. Или соберу. Да блин. Да иди ты. Да какого? Куда она вылетела? Да, на 100% тяжеловатенько немного проходить. Так-то я пройти смысл. Без проблем можно. Не понял. А, вот как. Надо оттолкнуться посильнее. Так, ну 312. Ах ты зараза, а. Триста двадцать два, но это мало. Мне так кажется. Триста пятьдесят надо, блин.
350 надо, блин. Так, ну пока подождите-ка с этими. Вот этих я, по-моему, не собирал, я вообще не помню. Блин. Да, и секрет, блин, вот это я зря сделал. Ну ладно. Ну 108, не так плохо. Ага, понятно, дополнительные 5 дают. А, рано. Так, вот это мне тоже надо пройти. Ай, блин. Я зря, конечно. Да, я смотрю вообще в чате, тихо. Так. Где там монетка? Так, на 350. У меня 236 уже. Вот это неплохое на самом деле. Так, вот это вот довольно проблемное. А я же говорил, проблемное. Та-ра-та-та. Так. Оба на.
Нормально. 266 уже, да? По-моему, последняя локация. Так, тут, по-моему, монетка была, да. Так, 328. Ай, блин. Мимо прыгнул. Ух, 336. 336 что-то мало. Сорок шесть. Где еще? Да. Поищем тогда. Где-то же должно быть что-то. Теперь на выход. А что с тобой можно развернуть? Так, теперь на время надо будет бежать. Что на стрелке можно играть? Это я в игре настроил на стрелке, если что. Так, нормально. 14, да, 25. А, блин, не-не-не. Сейчас же мне надо на время пройти. Злобная плоскогорье. Сейчас мне не надо обращать внимание на этих люмов. Замечательно, чего? Так, 23 секунды.
Дэн. 1.21. 1.17 надо. Интересно, уровни здесь больше, чем должно быть, меньше, чем в Legends. Да ты сорвала. А то есть откуда стартует, то есть нельзя раньше. Ой, не раньше, куда-куда это. То есть нельзя обмануть. Тут не так, как в Crash Bandicoot. Да ё-моё. Сколько времени потерял. Да блин. Блин, это не надо было делать. Да блин. Доп. 29. Так, вот это можно так вот просто пробежать. 56 секунд. Блин. По-моему, ускоряет, кстати, когда он так вот делает. О, так можно выиграть там много времени. Да, тут, а вот тут я уже время потратил. Ух ты. О, как можно. Фига себе. Нет, я не потратил время. Я наоборот. Его сэкономил. Все. Блин, да так быстрее, блин. Вот когда вот так крутишься. Кручение хорошо ускоряет. Так, гляди-ка на храпун дерева освобожденного персонажа. Давайте посмотрим.
До 35 теперь. Ну и кто это? Где он? Где он, ваш новый-то персонаж? Эй, Реймон, с возвращением, у меня опять был дурной сон. А, вот новый персонаж. Понятно. Начни звездный тур по земле покойников, принеси новые мертвецкие зубы. Интересно. Ищу мертвецкие зубы. Ему надо. А, у меня их ноль, кстати, этих мертвецких зубов. А где их доставать? Так. Все у нас тут есть. Идем в следующий уровень. Так, четвертый уровень, я так понял. Плыви по течению. Выполни сокрушительную атаку на поверхностях для прыжков, чтобы прыгать еще выше. А, ну вот так, да. Вот это я в курсе, что. Это сокрушительную атаку во время прыжков. Моя монетка. Так, это что, куда? А, понятно. Блин. Так, ну тут секрет, наверное. А, нет. Блин. Ай, блин. А, понятно. Когда я повреждение получаю, у меня монетка это уходит. Я не должен повредить. Нифига. Прям отсюда, что ли? Серьезно? Ну ладно. Или туда. Так, ну это, наверное, дальше. А вот это? А, ну и секрет. Видимо, там, где help me кричат, это, наверное, секретные уровни. Тара-тара. Thank you.
Ай-яй! Ты зараза. Блин, мне же надо было ломать эту штуку. Эти монеты уже нет. А, и этого тоже нет. А, ну это я его собрал, все значит. Блин, надо в эту штуку ударять было. Так, а в воду что там? Да, блин, в воду я хочу. Так, быть он не может, да? Ай, блин. Так, а вот сюда вниз можно? Во! Другое дело. Так, тут где-то секрет. Мне кажется, он... Где-то тут. Ага. Так и есть. Блин! Так, ну чё, погнали дальше. Так, монетку подождите, возьмем. Окей, отлично. Да. Понял тебя. Понятно, секрет. Довольно-таки ценный секрет, блин. Улетело. Блин, надо сдохнуть. Блин, сдохнуть еще попробуй тут. Потому что она улетела, эта штука. Меня. Триста пять. Ну, мне кажется, 350 надо. Я думаю, 350-то мы... Ох ты. Триста пятьдесят семь. Ну, этот мы на 100%-то пройдем уровень.
награда за 360. Там может 400 быть. Нет, 350. Оди. Так, теперь на время надо. Теперь на кубок. На кубок будет посложнее. Уровень-то сложнее, чем тот. На 100% обувь просто. Я вот так буду по-быстрому. Я не думаю, что будет сложно. Блин. Да, блин. Есть. Первого раза. Он не такой сложный, как я думал. Так, 21 уже. Сколько уровней прошли? 4 получается. Так, 5 уровень. Это что, босс? Или что это? Еще шаткие пещеры. Блин. Ладно. А чё, они могут выходить по много, что ли? И только по одной выходят из одного места.
мне оказывается там выходит много. Что-то бесконечности что ли выходит? Ну-ка. Нет. Странно, в этот раз что-то это не вышло. Большая-то. Понятно, почему она не вышла. Надо убануть просто хорошенько. Так. Блин. Ага. Блин. Таран-тан-таран. Таран-тан-тан. Ай, блин. Улетела. Тарада. Так. Ну что, 12 неплохо. Это Angry Birds какой-то, что ли? Реально Angry Birds походу. Блин, две не выбил. Ну и ладно. Здесь хватит мне. Восемьдесят семь. О, блин. Нормально тут золотых дают этих. 212. Еще один золотой. Да, блин, иди нафиг. Лучше. Да, блин. Ай, блин.
244. Везде 49. Так, ну 101 остался. Да блин. Чего? Я же не нашел. Там наверху, наверное. Да блин. Да вот оно. Блин. Это новый враг. И вот не было. А куда? А где этот-то? А, вот он. Антон тут. Наконец-то, блин. Я уж думал, не придешь. Ай, блин, да ты... Фу, блин. Что за нафиг, а? А, там. Эй, быстрее собирай. Блин. А ладно, все. Ура, 350. Обожаешь эти игры, Реймана? Ну, Реймон-то да, это... Это действительно клёво. Ну именно вот. Legends Origins. Именно. Но я в Origins не играл. Но вот. Но если честно, от Legends почти он не отличается. Врагов только мало. Разновидности врагов. К этому только можно придраться. Но в принципе... Хорошо играется все. Идет-то как стрим? 362. А сколько надо? 350. Хорошо. Жаль, что Реймана мы нового не увидим. Зато увидим нового ассасина. Так, ура. Так, то теперь нам надо на время пройти. А, не, мы сейчас пойдем. Браво, открыт новый секретный уровень с сокровищами. Местонахождение Тарабарские джунгли. Я пойду туда, но не сейчас. Вон они, тарабарские джунгли, вижу. Сейчас я на время пройду, бегу это. Блин, сначала было сложно все это на время проходить и прочее, сейчас как-то приноровился. Но я сегодня недолго буду Реймана стримить. Я не знал, что постримить, но потом увидел, вспомнил, что у меня Реймон есть. Origins. В Uplay. И решу его. Хотел охотников за привидениями, но блин, их искать надо. Устанавливать долго. Все дела. Ай, блин. Да чё. Вот тут, блин, фиг срежешь нормально.
50 секунд уровень? Ты серьезно? Они хотят, чтобы я за 50 секунд опрошу? Ассасин все дальше уходит на север, ну да. Начиная, блин. Начиная с востока. Как бы, или не востока, фиг его знает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да блин, а. Ну чтоб тебя. Вот как тут надо. Да 50 секунд, это же вообще жесть. Вы чё, сумасшедшие, совсем за 50 секунд. Это мне надо, блин, за 10 секунд каждого... Каждый мини-уровень проходить, что ли? Обалдеть. Нам нужно наверх! Вот зараза! Сложно. Блин, да как-то надо или аккуратно. Ну как в Crash Bandicoot на время проходятся уровни. Ну в Crash Bandicoot, конечно, там не так быстро по сравнению с Рейманом. В плане, что вот так вот делать при разгоне Crash'у нельзя. Блин. Сколько же времени теряется, а? Но лучше потерять время, чем вообще улететь. Да не хватай ты меня! Да блин! Да ты! Потом в 22 век, где они с арбалетом будут охотиться на древних. Ты представляешь, они тебя услышат и сделают. 22 век. Да хоть 30-й. Блин, я часы не взял. Они бы еще про эпидемию коронавируса сделали, ассасина. Да, не очень смешная шутка, ну ладно. Ну, учитывая ситуацию в мире, и такое может быть. Да, блин. Много времени теряется здесь, вообще кошмар. Так, можно здесь не... Да! Да! Да какого фига он меня схватил? Есть! Открытый мир они научились делать. Ну, открытый мир это такое себе, знаешь. Учитывая, что он наполнен однотипными квестами и пустотными местами, не очень. Ну, в Нир Автомате хороший был открытый мир. Так, давайте сюда. Как сказать, он тоже был полупустой на самом деле. Электуны могут открыть путь. Ну открывай. Не поймаешь. Удерживайте РТ, если хотите бежать. Я так и делаю вообще-то. Что? Куды? Иди сюда, блин. Куда ты убежал? Ты оборзел? Сундук, вернись. Я тебя открыть хочу.
Борзел. Блин. Блин. Какого фига? Ну куды? Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Да блин, долбанные капканы. Сундук, я тебя схвачу. Не беспокойся. Рано или поздно ты будешь мой. Где я? Все, ты мой. Нет, не мой. Какого фига? Все, мой. Ура, это какой-то... А, это вот этот кристалл, коготь вот этот, непонятный, да? Крафт, аванпосты и базы. Ну да, это любят в ассасинах. Так, мы нашли одну штуку. Смотрите, он наверх залезает и опускается. Так, ну это был секретный уровень. А теперь уровень по радуге. У нас достаточно электронов, чтобы попасть в иной мир. Тебе сколько их надо было тут? Я не думаю, что много. 27 у меня электронов. По радуге. Молодец, тебе удалось спасти достаточно кто-нибудь, чтобы наконец восстановить путь и достичь нового мира. Ага, понял. Ё-моё. Ай-яй-яй. Это тоже уровень засчитаю, да? Как этот. А тут, наверное, лектунов не надо, да, собирать? Ой, спасать. А нет, надо. 186, а нас сколько? Я думал, это босс будет. 200, блин. Ну, ё-моё. Топ тебе провалиться, а. Нет, танцев не будет в этот раз. А чё у тебя за программа захвата? ОБС. ОБС студия. Но захват может слетать, там нужно обязательно, чтобы кто-то следил за захватом. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Блин, все не собираю. Не успеваю просто все собирать. Блин, 176. А надо 200. Я понял, как собирать 200. Надо, когда они розовые. За розовых дают 2. Главная цель — собрать больше розовых. Всех собрать тоже. Блин. Не получается на всех собирать. Да блин, хорош. Блин, а ну все. 200. Он и записывать тоже может. Но почему-то записи в основном делают бандикамом.
Не знаю почему. Ну я раньше записывался ОБСом. Ну как, когда просто записи писал. Ну я сейчас записываю ОБСом. У меня идет и стрим, и запись. Тара-та-тара-та-дан. Тара-та-та-дан. Назад на луговину снов. Это получается какой 6 уровень. На радуге. Так, раз, два, три, четыре. Ну, секретный тут посчитаю. 7 уровней прошли. На 100% причем. Здесь гонок нет. Ага, приветик, москит. Москито. Паразито. Босс, наверное. Люмы для лектунов, хватай их, пока есть возможность. А, нет, это скроллерный уровень. Я и забыл, что тут такие есть. Если нужно стрелять, нажми кнопку. Ну я в Legends даже забыл, что есть скроллерные уровни. Не, ну это прикольно. Я люблю такие уровни. Да я вроде не сложный. А, да еще поглощать их может, блин. Ну-ка. Да, может. Так лучше не пытаться их поглощать, не каваться. Так очков не получим. Блин, не успел. Эй, эй! Это реальная игра для людей сделана, блин. Не то, что тот Реймонд, блин, самый первый. Самый первый Реймонд, это вообще такая кривая фигня. Он очень сложный. Те, кто его проходит, не советуют его. Обязательно надо собирать эту первую. Чтобы было умножение. Такой недовольный комар этот, конечно, москит. Такая рожа у него. Какого фига меня оседлали, да? Ты забыл, в какой я играл? Но у меня оба вип-плея есть. Оба бесплатно давали. О, босс-птица! Ой, блин. Да ты зараза, а. Если хотите засасывать, то либо нажмите... А, ну да, засасывать его надо. А можно птицу засасать? Это уже Зельду напоминает.
Если кто не в курсе, в Зельде была такая фигня с засасыванием. Наконец-то я закончил свой трейлер, офигеть. Высокобюджетный, да, трейлер-то? Я шучу. Так, на тебе. На тебе, птичка. Ку-ку, ку-ку. Ку-ку, ку-ку. На, получи, птичка. На, получи. Все, готова птичка. Сдулась птичка. Блин, 340, на 350 надо было. Теперь придется заново этот уровень проходить. Нет, нет, просто если что-то делаю, то делаю хорошо. Блин, 350. Ну ё-моё, ну так и знал. Придется заново уровень проходить. Ра-там. Печально. Ну ничего, уровень прикольный. Интересно, а тут еще погони есть? Ну там все рушится, вот это вот, как вот в Legends было, так, были такие уровни. И... довольно-таки непростые. А, можно просто зажать кнопку. И будет с такой же скоростью стрелять. Ну тогда нормально. А то многие жалуются, что кнопку зажать нельзя. Кроу-шутеры бы я поиграл, блин, не знаю, как какие, правда, играть. Блин. Так. Блин, не успел. Так. Нарезки? Ты что будешь этот, блин? Нарезками заниматься, что ли? Ё-моё. Ай, блин. Да, ё. А, не зря я это сделал. Спасибо большое за ОБС. Да не за что. Блин, не завалил. Блин, 350 надо.
Ох, что это птица. Замечательная. Можно сказать, это первый босс в игре. Вот эта птица. Так, это хорошо, за сердечки вот эти падают. Давай уже. И 344, да? О, ура. Ну все, теперь я прошел. Триста шестьдесят восемь. Ты еще там качество подстраивать научись в ФБСе. Ну, в общем, экспериментируй. Смотри, там битрейт. Все такое. Смотри нагрузку с своего процессора. Если запись идет, то через видеокарту лучше. Ну, я запись через видеокарту делаю. Так, мне показывается, что я как бы на 100%, да, закончу. Это и был босс на самом деле, да? Да, я на 100% все закончил в первом мире. Видите? Первый мир. Я прошел на 100%. Ох ты. Нати. Я снизу этот труп по земле покойника. Апельсиновые мертвецкие зубы. Мертвецкие зубы. И чё этот скажет? Эй, Рэмми, с возвращением! Да-да-да. Тан-тара-та-та-ра-тан. Пустыня Диджериду. Ну, почему через видеокарту я записи делаю? Да потому что поток на видеокарту идет куда мощнее, чем на стрим. Бешеные прыжки. Хватит глупить. Окей. Старайся, чтобы тебя не опузырили раньше времени. Возьми сердечко. У меня оно и так есть. Сейчас гонки будут, нет? Или что сейчас будет? А, это уровень такой. Новый вид уровня. Новый мир. Все по-другому. Абсолютно отличается. А подожди ты. Хорош мне хватать. Ну блин. Вот мне куда надо-то. Так. Я с каким-то чудесным образом... У тебя на канале будет успех. Ну, то есть люди будут смотреть. Не забывай про меня. Ай-яй-яй.
А то Человек-паук что-то вообще не прорекламировал. Курицы! Ай, блин. Так, а как мне туда-то попасть? Тут курицы. А, ну ладно. Блин. Да ты, ё-моё, ты зараза-то какая, а? А, эта штука, из нее могут выпадать что-то, да? Обалдеть, я не знал. Да блин. Так, какой Рейман я играл? Ну, в Legends, скорее всего. Я в Epic Story же Legends. По-любому. А у меня оба. Один из Epic, один в Epic Story давали, другой давали в этом. Как он? В Uplay. Ну они оба через Uplay играют. Кстати, странно, что Uplay-овский этот сервер не докнет. Когда я играл, блин, в Division 2, у меня постоянно сервер слетал. И в The Crew 2 тоже сервер фигово работал. Давай ты! Курицы, блин, вы исхудахтались совсем. Борзевшие курицы. А курица лопнула, мне дали, кстати, за нее. Ладно. Я думаю, не дают за них. Да блин. Она сейчас уйдет. Здравствуй, курицы. Так, а это что такое? Ясно. Мне Анрея всегда бесила. Какая Анрея? Что за Анрея? Таратан-таратан. Ай, блин, талин, блин. Курица. Таратат. Курица. Унды улица. Ай, блин. Ай, зараза. Сокрушительный удар. Там, блин, монета. Двести шестьдесят. Я хочу наружу. Много хочешь, мало получишь. Да ты. Ладно, пофиг на тебя. Yeah.
Так, а я вот хочу курицу убить. Ты вот наружу, я курицу убивать хочу. Они тут мешаются. Куды? Ну вот, вышло наружу довольно. Сила для полета. Ура! Наконец-то. Наконец-то полет. Как он там делается, я забыл. А. Вот так он делается. В воздухе удерживать, чтобы планировать. Блин, 323, что-то мало. Так, help me. Блин, help me не в яму только. Unreal Engine? А чё-то нет, чё с Unreal Engine не так? Help me! Триста пятьдесят. Всё, я пошёл. Тут довольно-таки, на самом деле, не сложно. Блин, 355. На тебе. Найте вам курицы. А может тут больше надо собрать, чем 300. Найте. На Epic Store все ее игры вылетают. А, ну это проблема, наверное, не Unreal Engine. Скорее всего, проблема Epic Store. У меня я пока... Ну я что, проверял, ничего не вылетало у меня. Какие игры играл с Epic Store? По-моему, 350. Ну не может быть 300-400, но это вообще будет... Ура! Мы прошли уровень. Можно танцевать. Ну, что Реймон и будет делать сейчас. Так. Гляди-ка на храпун дерева освобожденного персонажа. Ну давайте посмотрим. Храпун дерева. Где? Этот? А чем он новый-то? У него он не новый персонаж, просто расцветка другая. Ну чем он от этого отличается? Так, это вот за 55 надо открыть. Ну это как в Legends. В Legends тоже надо всех персонажей открывать за вот эти штуки. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь персонажей, что ли, осталось. Получается, что так. Ой, эти зубы. Смерть похожа, блин, какую-то. Смерть побитая. Теперь побитая, зубы выбили. Надо новые зубы вставить.
Так. А, погоди, погоди, какой, какой? Эй, алло. А на время. Бешеные прыжки. Погнали. Так. С курицами главное не связываться. Да блин, курица, иди отсюда. Да ты, блин, а? Да, да, пошло ты! Да, блин. А, у меня вертолет есть, ё-моё. Да какая наружу? А я вот хочу отсюда свалить побыстрее. Да ты, блин. Нифига у меня не получится. Короче, понятно. Печально. ВБС можно настроить время записи, например, 30 минут? Я не знаю, может быть, можно. Я таким не пользуюсь. 30 минут. Решил ролики маленькие пилить. Ну, если у тебя на этом выйдет, я, может, тоже буду делать по-другому. Если это выгорит. Стримы слишком долгие. Ну, блин, стримы рекомендуют в Ютубе. Хорошо, что за это секунды не берут. Блин, да. Так, я опять не сделал, да? Тут и разогнаться негде. Или по 2 часа долбаешься? Я же не задумываюсь. Ну хотя. Хотя мы разные все равно. Не надо меня с тобой сравнивать. Ай, блин. Да ты цараса. Сколько тут миров? 6. Это второй мир только, блин. Ну ладно, ничего страшного. Нет, имя это не совсем не то, что я имел в виду. Да блин, иди птица нафиг, а? Да горит с этой фигни всей. Словец. Словец, блин, чуть ли не попец. Виктор
Гада почему-то вспомнил. Плохой пример для детей, но что поделать. Да ты, да блин, ну что это за нафиг, а? Да ё-моё, куда меня так резко-то понесло, блин. Да блин, ну хочется быстрее, но не получается быстрее. Это тут довольно-таки непросто в этом уровне на скорость-то пройти. Я подустал уже. Да ты, блин. Птица. Как я тебя ненавижу, птица. Еще жарко дома до ужаса просто. Ой, блин. Двадцать секунд. Птица, иди отсюда. Ты только мешаешься. Вы мешаетесь. Да блин. Да ты. Пойду-ка проверю. Попробуй. Если что, спишемся. Да спишемся, ничего страшного. Я Илье помог с этой фигней всей. И тебе помогу, если надо. Да ты, блин, да ты, скотина, блин. Долбаные курицы. Да как же сложно это. Да как, да это невозможно, блин. Ё-моё, ну. Да как это пройти-то, блин, за такое короткое время. 1.08, блин. Один 14 только получается. Блин, это ад. Хочется побыстрее, это блин, курица. Секунду, блин. Да не за что. Было бы за что спасибо говорить. Здесь тебя ждет успех. Ты играешь более в популярные игры, я-то не особо люблю популярные. Хотя Rayman не сказать, что не популярен. Хотя учитывая, что из-за них Ubisoft променяли Rayman на Ассасина, то это, конечно, да. Ассасин популярней. Ой, блин, что я сделал, а? Это я уже вообще
Это какую-то дичь сделал. Так, этот уровень пока что для меня самый сложный. В плане... Ну, в плане того, что он на время. Ого, 2 секунды выиграл. А курицы, блин. Курицы. Как же я не люблю вас. Как же вы мне нравитесь. Вы мне не нравитесь. Красные курицы. Петухи, блин. Ну ладно, петухи это слишком. Курицы. Пошла, блин. Пошел то слово на букву П нельзя повторять. Никакое, блин. Это за бред, блин. За правило, блин. У Ютуба, у Твича, блин. Пошли. Ладно, хоть за слово курица ничего не скажу. Это женского рода. То есть мужское оскорбление это нельзя. А женское можно. Это дичь какая-то, если честно. А, понятно. Нет, такое. Такой не поедет. Мне надо, чтобы было хотя бы, я не знаю. Хотя бы секунд 50. Когда я к этой бабе в клетке приду. Так, к примеру. Да блин, а! Вот курица все может испортить, потому что это курица. Курица, блин. Да блин, куда они? Не, ну это уже плохой результат. Какой думаешь, блин, да, можно вот быстро так пройти, но нифига. Да блин. Две секунды прошляпил. Пам-пам-парам-пам-пам. Ох, эти курицы. Да блин, да. Да не отпрыгивай ты. Прыгивает от стены, блин, это, конечно, мешает. Вот это чё-то вообще плохо. Курицы, иди в курятник. Там тебе место, а не здесь, блин, в этом уровне. Вот это раздражающие курицы, это капец. Пока. Это самое раздражающее стоит в игре, это куриц. Да дичь, блин. Да! Курицы. Ладно, этот уровень заканчиваю и
пока и пока хватит. Я перегорел на этих курицах. Горю на них капец просто. Да блин, ги нафиг. Да блин, курица. Ай, курицы. Ненавижу куриц. Они мне сносят голову. Курицы 52. Ну 52 не так плохо. Блин. Блин. Одна секунда, ё-моё. Что это за куриц? Во всем виноваты курицы. Ну конечно. Конечно, я не попаду. Да блин. Да блин, курица. Надувайся, блин. 39 секунд. Брат. Короче, надо, чтобы 50 было. 52 это тоже не хватает. Чтобы за 2 захода было. 52. По 51 хотя бы. А курицы разве дадут? Не дадут они. Клятые курицы. 35. Ладно, так. Так, 49. Хорошо. Ура, 1.07. Ну да, так и рассчитано было, да. 50-49, вот так вот. О, блин. Ох. Следующий уровень какой у нас идет?
Лучшее музыкальное произведение. Ну давайте его завтра. Так, как выходить-то сюда? Надо так вот выйти из игры. А титульник-то можно выйти? Ну ладно. Завтра продолжим. 2:43 играем. Нормально. Пойдет. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Отдельное спасибо тем, кто смотрел записи. Отдельное спасибо тем, кто писал в чате. Подписывайтесь на каналы на YouTube, на Twitch, на GoodGame. Также есть Facebook и Одноклассники. Всем удачи и до скорой встречи. Еще увидимся. А, тут титульник есть, ладно. До скорых встреч.